главное предложение только сегодняшнего дня. Костюм Лаветти, дизайнерский, модный, стильный, с особенной фишкой. Сегодня вы выбираете его и знаете, что это костюм от бренда Pre-Woman. Это уже готовый образ специально для вас. Но и девочки уже готовы продемонстрировать, что это сегодня необыкновенная ваша находка. Вы никогда не потеряетесь в толпе. Вас будут рассматривать и говорить, что вы та еще штучка. И выделяться вы будете благодаря принту в стилистике поп-арт с одной из самых модных направлений современности. Готовый Total Look костюм всегда вас будет выручать на ежедневной основе. Но это еще и две полноценные вещи. Например, бомбер и брюки, которые легко можно разлучить и интегрировать в любые другие образы. Обратите внимание на материал, как он строится. Это заслуга вискозы. Здесь ее 50%. Вискоза всегда рисует плавные силуэтные линии и преображает вашу фигуру. Итак, любимые, обратите внимание, у нас сегодня самые вкусные, сочные расцветки. Мой цвет красный. Огонь, энергия, яркость. Этот цвет помогает вам всегда. То есть вы надеваете этот костюм, и вы всегда знаете, что достижение цели вам обеспечено. Дальше. Золотой цвет. Он у нас называется горчица. Очень приятный, теплый. Сейчас верх от костюма сочетает наша Оленька с юбкой. Да, вы также можете ее заказать. Дальше. Мне очень нравится василек. Василек — это всегда насыщенный, настолько дорогой оттенок. Причем, да, такой вот здесь электрический, именно синий. Вот мне очень нравится работать с брендом Pre-Woman, потому что в зависимости от сезона очень актуальная цветовая гамма, которая будет подчеркивать ваш вкус и стремление угодить трендам. Еще один оттенок у нас для вас представлен. Это розовый. Один из самых нежных и романтичных. Очень идет нашей модели Ольге. Подчеркивает красивый цвет волос и кожи. Она сочетает с джинсами, которые называются Альфредо. Вы также можете их заказать. А я выбрала для себя ментоловый цвет, причем взяла пока только бомбер для того, чтобы дополнить свое платье Глафира. Вот они, брюки, ментоловый цвет. Смотрите, какой он освежающий, как будет подсвечивать портретную зону. Итак, 20 мая было распродано 180 костюмов буквально за 5 минут. Мы знаем, что у нас сегодня 44% скидка. Мы знаем, что у нас сегодня цена на костюм менее 1000 рублей за каждую вещь. Это уже готовое решение для вас. По цене 1999 рублей. Кстати, для постоянных телезрителей, делая заказ на сумму 4990, вы получаете бесплатную доставку. Девчонки, но я для себя сегодня выбрала на один размер больше. Да, то есть у нас от 48 до 66 размера есть костюмы, но у меня больше низ, поэтому для того, чтобы он сидел идеально, для того, чтобы посадка была высокая, я выбрала на размер больше. Лен, как ты советуешь? Я в целом советую выбирать данный костюм на размер больше вашего, который вы обычно выбираете для себя в повседневной жизни. Если у вас больше размер идет по низу, выбираем его, но на размер больше своего обычного. Здесь, кстати, что интересно, идет супер высокая посадка, глубина конструкции 40 сантиметров. И смотрите, еще какой момент. Здесь не только эластичная лента, но еще и защипы присутствуют у брюк для того, чтобы идеально посадить по бедрам, чтобы ничего не сборило и не собиралась в процессе носки. Кстати, лента здесь зафиксированная, она не будет крутиться в процессе носки. Вот смотрите, например, Евгения сейчас на подиуме демонстрирует вам самый сочный синий цвет костюма Лаветти, и она для себя выбрала в 54-м, даже в 56-м, потому что по груди уже не больше размер, 54-й, а мы выбираем еще на размер больше. И как же он мне нравится, 13 июня я приглашена на день рождения к своей подруге Марии. И она говорит: Ленусь, наряжайся в ресторане. Ресторане, не буду говорить, как называется, там, чем Москва-река, все красиво. И знаешь, я думаю, ну вот все придут в платьях, все придут на каблуках. Так надоело на каблуках, я думаю, я надену костюм, я надену красивые кроссовки, дорогие, сумку, накрашусь, локоны, и вот приду, знаешь, этот морской бриз буквально. Лена, и ты будешь, да? Поверь мне, самая стильная, потому что сейчас очень популярная тенденция в модной индустрии благодаря дому Prada.
бренда именно поп-арт, современное искусство. И здесь бренд Pre-Woman интегрировал этот принт в комплект. Вот, видите, тот самый показ, который просто взорвал модную индустрию. Бренд Prada были первыми, кто внедрили именно стилистику поп-арт в одежду. То есть это уже не картина где-то в музее, это полноценное украшение изделия. И посмотрите, вот здесь на все 360 у вас эффектный образ. Но даже когда вы к кому-то повернетесь спиной, все, вы просто сразите всех наповал. То есть этот костюм, понимаешь, Лед, вот он производит впечатление элегантной, такой, знаете, элегантного ансамбля. Но самое тонкое искусство каждой модницы – это не наряжаться, чтобы люди не замечали то, что вы готовились, тратили время, прям вот заморачивались, хотели хорошо выглядеть. Как будто бы вы мимо проходили, и вы всегда так выглядите. Вот этому искусству действительно стоит поучиться. И начнем его постигать вместе с костюмом. Именно Лавеца. Так. А знаешь, на что я обратила внимание? Даже светлые оттенки свой. Здесь очень важно, что здесь плотная ткань и какие-то рельефы, которые могут быть не идеальны, а не скрыты. При этом в нем не жарко. То есть вот такой идеальный гармония. Вот тоже такой тонкий момент. У нас костюм, ну, мы будем носить его уже сейчас, то есть в летний период. Всегда важен состав. Здесь целых 50% вискозы. Именно она будет сопутствовать проникновению воздуха. То есть жарко вам в этом комплекте не будет. При этом здесь идет плотные выделки. То есть если, например, у вас есть какие-то неровности кожи, целлюлит мы здесь ликвидируем. И при этом ткань легкая. Отлично. То есть она держит форму, но нет вот этой тяжести на теле. То есть представляете, как вот универсально. Эффектный образ, легкий материал, вискоза. И при этом еще выгодно преображает фигуру. Да, выгодно стоимости 1999 рублей, но при этом выглядит еще и очень дорого. Очень эффектная картина. Кстати, буквально пару слов скажи с ним. Меньше слов, больше дела. Смотрите, я вам показываю, как бы я не растягивала нашу незнакомку, принт повредить невозможно, потому что это пластизолевые краски, которые под воздействием высокой температуры уже стали частью полотна. Стираем при деликатном режиме стирки. Бренд Pre-Woman, костюм Лавеца, выбирайте. Лучшая цена сегодняшнего дня. Вы не пожалеете.